со скандалом уволенный из театра Дмитрий Карепин сделал шокирующее заявление о том, что происходит в Амхате в отсутствие его президента, актрисы Татьяны Дорониной. Из комнаты звезды вынесли все вещи, в том числе иконы. По словам артиста, отведенное для знаменитости помещение опустошено по распоряжению руководства учреждения культуры. Он уточнил, что такое решение было принято исполнительным директором театра. Дмитрий Карепин возмущен происходящим. «Это просто варварство. Считаю, что таким способом они хотят просто похоронить ее заживо, морально ее добить, избавиться от нее», цитирует актера «Пятый канал». Коллега Татьяны Дорониной отметил, что рано или поздно звезда об этом узнает, и это будет для нее огромным ударом. Артисты написали обращение к президенту России Владимиру Путину, потребовав вернуть Татьяне Дорониной руководство театром. В свою очередь в театре заявили, что актрису не увольняли.